Слушай, Шон, не пошел бы ты. Господи. Ну, зато охраны можешь тут не бояться. Они же не полные дураки. Лезь туда, где один неверный шаг — верная смерть. Заткнись. Почти на месте. Доберешься до верхушки крана, оттуда, наверное, сможешь допрыгнуть. Наверное? Сможешь, не бойся. Ну, чуток можешь и побояться. Она явно делала расчеты под кайфом. Шон! Шутка. Это шутка. Или нет? Готов, прыгай, но парашют раскрой по сигналу. Самое главное – это точность. Раньше или позже промахнешься. Не так уж плохо. Ты, наверное, Десмонд. Не совсем то, что я ждал. У вас там с кадрами не ахти, полагаю.
Ты кто? Отца спроси. Да нет. Не дам. Слушай, мне запретили тебя убивать. А вот насчет морды босс ничего не говорил. Так что я считаю, да... Что за хмырь этот Дэниел Кросс? Не поверишь, но он когда-то был ассасином. Причем, говорят, не просто ассасином. Оказался тайным агентом Абстерго. Должен был втереться в доверие и развалить нас изнутри. Как он узнал, что ты там? Нас могли поймать. Видимо, засекли меня в своей сети и послали Кросса выяснить, что нам надо. Найди они наше укрытие, мы бы уже знали. Вот, правда, в дальнейшем нам придется сложно. Я поставила сверху пару камер. Если кто-то явится, мы увидим. Ну что, теперь найди, куда засунуть эту батарейку. Или можем вернуться к Коннору, если хочешь. Все сокровища мира бесполезны, если нет ключа. Я знаю, все думают, что я идиотка, но мне все кажется, что за нами следят. Ну да, следят. Юнона. Или ее копия. Думаешь, это запись? Или призрак? Или еще что-то? Она говорит с нами, как Минерва с Эцио? Без понятия. Кто знает, что еще они тут изучали? Здесь столько комнат, куда нам хода нет. Но, думаешь, она вот в прямом смысле тут? Сидит и ждет где-то? Живая? Живая, подумать только. Это сколько же ей? 75 тысяч лет? 80? Они, конечно, крутые, но не настолько. Они искали здесь способ выжить. Может, нашли? Странно было встретить Кросса. Ты о чем? Для тебя все по-другому. Я так думаю, ты не знаешь, что стряслось. Он долго был важен для нас. Он был совсем другим. Шон сказал, он двойной агент, как Люси. Нет, не так. У нее был выбор, а Кросс, почитай дело. Абстерго просто... Они такое с ним делали. Ребекка? Ты везунчик. Мы все. Нас кто-то любит, заботится. Кому-то мы важны. А он был совсем один. Те, кому он доверял, использовали его. Ты его знала? Нет, но... Я знала Хану. Это кто? Она ему помогала и доверяла. Потом, с год назад, была облава. Она осталась, чтобы дать другим скрыться. Уговаривала его. Хотела все уладить. И что дальше? А ты как думаешь? Он ее убил. Он так устроен. Это все, что он умеет. Иногда мне кажется, что мы все не умеем по-другому. Ребекка. Прости, мне надо побыть одной. Сын, я должен извиниться, мне не следовало так срываться. Ты должен понять, мне никогда это не давалось. Уж не говорю, что наша жизнь довольно экстремальна. Да, мне прежняя вполне подходила. От себя не уйдешь, Дезмонд. Я заметил. Послушай, глупо вечно пререкаться вот так. Да, хорошо, я был плохим отцом. Я прошу прощения. Прости меня. Но важно, чтобы ты понял, я не хотел тебе зла. Ты мой сын. Я люблю тебя. Я, наверное, слишком старался тебя защитить и не оценил последствий. Мир.
Понимаю, что опоздал с вопросом, но... Как там мама? Она не... Нет-нет, с ней все в порядке. Мы решили, если разойдемся, будет безопаснее. Вечно ждешь худшего? Хм, не без причины. Можно с ней хоть встретиться? Прости, слишком опасно. Когда все кончится... Ага. Когда кончится. А мы не пробовали заключить мир с тамплиерами? За всю историю были случаи. Несколько. Но это невозможно. Наши экзистенциальные различия непреодолимы. Союза между нами быть не может. Только подчинение. Но мы знаем, что нас ждет. И не можем растолковать это Видику, прийти к соглашению, даже временному. Нам придется так следить за союзниками, что дело встанет. Ха. Сам представь, война продуктивнее. А мы не пытались запустить к ним крота? Сделать им то же, что нам, Люси. И Кросс. Пытались. Ни разу не сработало. Слишком слабых агентов в Ордене перевербовывали. Слишком сильные не могли долго притворяться. Мне все кажется, что мы хотим одного. Мы говорим одними словами, но это всего лишь слова. В конце концов, все сводится к свободе. Мы ее ищем. Они отрицают. А потому конца нашей войне не будет, пока одна сторона не пойдет. А это возможно? Вероятно, нет. Так или иначе, наши ордена существовали... всегда. Но положение можно улучшить. И это уже что-то. А ты меня искал? Когда я пропал? Каждый день. Да ладно. Правда. Каждый вечер я искал. Твое имя. Любые варианты. Вдруг хоть что-то всплывет. У Абстарга было больше данных, но еще пару дней. И я тебя нашел бы. Ну, теперь я тут. И я рад. Думаешь, Люся жалела о том, что делает? Я думал, что хорошо ее знаю, но явно ошибся. Так что я вряд ли могу дать тебе ответ. Оказалось, она... Казалось, ей правда не все равно. Я думал то же самое о Кроссе, когда познакомился с ним. Это повторяется снова и снова. Что именно? Все это. Может, выразишься яснее? Нет, ничего. Все хорошо, все нормально. Ну ладно, тебе придется вернуться в Анимус. Нужно найти ключ. Думаю, нужно вернуться к Коннору. А, Дезмонд, вот ты где. Поможешь кое с чем? Может. Когда все кончится, я хочу взять Анимус и открутить его назад. К нулевой отметке. До самых времен предтечь, сечешь? Думаешь, выйдет? Когда ты навещал Альтаира, ты не сомневался. Правда, это было 1000 лет назад, а я хочу открутить в 70 раз дальше. Ага, считай, я в деле. Будет интересно глянуть, что тут тогда творилось. Отлично. Экскурсия выйдет поучительная. Вот как все начиналось. Ты там про что? Повторяю уроки американской истории. В Штатах, знаешь, учат странным вещам. Каким? Ну, что это типа была революция. Все такое. Это же гражданская война. Не такая гражданская. Но это не Америка против англичан. Британские разборки. И там здорово видно, как эта каша заварилась. От одной войны к другой. Ты про семилетнюю войну? Ну да. Корона явно потратилась на драку с Францией. Набрала уйму долгов. Решила, что колонисты помогут метрополии. Ну и повысила налоги. В принципе, разумно. Хоть парламенту и не хватило дипломатического такта. Но это ж нечестно заставлять людей платить за то, что им даром не сдалось.
Что? Не сдалось, говоришь? А как насчет Вашингтона, Эдварда Брэдока? Сражались в самой гуще. Корона тратит уйму золота, чтобы защитить своих колонистов от вторжений. А когда она просит о помощи... Хорошо, представь себе. Георг с колонистами обедают в ресторане. Приносят счет. Король просит колонистов заплатить свою долю. Это ведь справедливо. Только учти, до этого он десятки лет кормил их бесплатно. Колонисты орут, что они всего-то пили воду и глодали корку. А стол завален объедками и пустыми бутылками. Король показывает на стол, и что в ответ? Опрокидывают стол, уматывают из ресторана с явным намерением вернуться и все спалить. Ты забыл рассказать, как король вытащил пушку и сказал колонистам оплатить все счета в ресторане. Так, интересный поворот. Если он вытащил пушку, в чем я лично сомневаюсь, то это было после сотой просьбы оплатить свою часть счета. А как определить, кому сколько платить? Войной, ясное дело. Интересно, сколько есть других таких мест? Их десятки. По всему миру. И что, никто раньше их не находил? Думаю, находили. Да? В Абстерго Видик говорил о потрясающих открытиях, и их сделали не тамплиеры. Абстерго наверняка там поживилась. Сколько же они знают? Жалеешь, что ты с нами? Ха, нет. Предвкушаю. Грохнем этих подонков, и я запущу лапы в их архивы. О, кажется, есть наводка на новый источник. Потом, Дезмонд, у меня сейчас очень важная работа. Просто возьми это за правило. Нужно работать, Сэм. Четыре башни, собрать энергию здесь, а затем развеять. При всех наших знаниях, всех средствах, время было против нас. Этот труд было не закончить и в тысячи лет. Первую башню так и не закончили. Проект закрыт. Мы занялись другим. Но пока мы шли дальше, некоторые вернулись. Если автоматизировать процесс, где плод бессильно справится с металлом. Жестокую силу солнца нельзя принять. Попробуем отразить ее. Мы же могли создавать защитные поля, которые уберегут нас. Маленькие и простые.
создать щит, закрывающий целый мир. Нам не хватало энергии. Полмира был ответ. А лучше, чем ничего. Попытка. И снова провал. Четверть, сказали они. И снова неудача. Шестая, восьмая, десятая, кричали они. Безрезультатно. Один город, если бы было время. Но его не было. И мы сдались. Есть один способ узнать.
Удачи, Дезмонд. Время ныне тяжелое. И без того непрочный союз короны и подданных трещит по швам. А за сценой тамплиеры. Они по-прежнему дергают за нитки. Они настойчиво ищут власти и контроля. Но как это будет здесь? Кто им помогает? Какие заговоры они плетут сейчас? Коннор! Я должен все узнать. Конечно, лишь зная врага, Зеленика. Я могу его остановить. Что это? Шэн Бэо. Он же дротик на веревке. Его чертеж, в числе прочих, дала нам Шао Юн. Прости. Придется поучиться. Ганадоган? Да, друг мой. Почему ты пришел? Что-то с деревни? Да. В чем дело? Что случилось? Пришли люди, велели уходить. Сказали, земля продана с согласия конфедерации. Нашего посланника не стали слушать. Но так нельзя. Мы не можем идти против вождя, но ты тоже прав. Мы не можем бросить наш дом. Назови имя. Ты знаешь, кто за этим стоит? Его зовут Уильям Джонсон. Где он сейчас? Где-то в Бостоне, готовит бумаги к сделке. Сделка? Это грабеж! Коннор, будь осторожен. Эти люди опасны. А что мне делать? Я дал слово своим людям. Ладно, если ты уверен, что прав, поищи в Бостоне Сэма Адамса. Он сумеет помочь. Что ты творишь? Когда мои люди идут на войну, они вонзают топор в столб в знак ее начала. Когда угроза минует, топор достают. Мог бы в дерево воткнуть. Танцы и демонстрации недостаточно, Сэм. Надо действовать. И я имею в виду не письма с упреками. Я понимаю ваше недовольство, господа. Но и вы можете понять мое нежелание тревожить улей. Тори будут жалить нас в любом случае. Да хоть сравняем счет. А, Коннор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Спасибо. Наш разговор грозил уйти в неприятное русло. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Вы мне поможете? Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. Приятно видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть трап. Кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге.
Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так выскажитесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, что... Эй! Это мой дом! Что бы вы ни говорили, ворюги! А если бы имущество нужно этим прям из парламента, пусть плывут за ним сюда сами! Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь, или ее выбьют! А, черт, мы заходим! Полагаю, доказательств достаточно, Конор. Идите дальше. Я догоню вас позже. По делам, Эмма. Пусть только попробует снова прийти. Фу. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих лисят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Увеличьте предложение. Thank you.
Хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Морино и управляющий повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон, лишенный чая, опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда. Иди. А, Коннор. Люди Джонсона по всему Бостону таскают контрабандный чай. Увидите ящики, попробуйте перехватить поставку. И эти чертовы сборщики налогов опять за свое. Проучить бы их как следует, а? Идите. Простите. Эй, полегче. Thank you.
Мясо-то с душком. О, да, еще бы. Я ни при чем, вообще не принимаю. Все, что можно купить, уже да.
оставь меня! Боже, прошу! Я исправлюсь! Даже жену буду любить! Успокойся! Что вы можете об этом сказать? Убирайся отсюда! И больше не мешай! Любительные Джеффри, сын Тоби Локе, окажет завтра у колокольни огромный...